по благословению митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина с 18 по 20 мая в Михайло-Архангельском кафедральном соборе, улица Карла Маркса, 222, будет пребывать ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора города Санкт-Петербурга. Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. По преданию, она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего успения. В 2011 году пояс был привезен в Россию. Святыня посетила 14 городов, и ей поклонились более 3 миллионов паломников. Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей. Пречистая избавляет женщин от бесплодия и дарует радость материнства. Частица пояса Пресвятой Богородицы помещена в ковчег. Также в ковчеге находятся частицы святых мощей родителей Богородицы, святых праведных Иоакима и Анны. Встреча святыни состоится 18 мая в 16:00. Телефон 8-34-12-51-01-77.